Что? Куда? Сюда? Точно сюда. Как тут красиво. Зачем мы сюда приехали? Затем, что Тэмми умолила нас попробовать огуречные сэндвичи. Что ж, дамы, я рада с вами познакомиться. Извините, но я должна сказать, что идея Тэмми просто сумасшедшая. Да, сумасшедшая. Я понимаю, что все вы немного нервничаете, но, как сказала Эммануэль в фильме 1974 года, нет ничего плохого в том, что хорошо. А хорошо вам будет как никогда. Ваши тела станут великолепно отлаженным механизмом отдачи и получения удовольствия. Вы станете проводниками, но в отличие от проводников, которые ездят в Кливленд и обратно, три раза в день или больше вы будете ездить в страну любви. А прибыль будет более чем потрясающей. Дурдом, мы не можем быть шлюхами. Да, дурдом. Мои проводники любви ездят в экзотические страны, где вино и наслаждение льются рекой и зарабатывают $1000 за один вечер. Мамочка получает 30%, и мамочка — это я. Где расписаться? Вы что, серьезно готовы заняться этим? Вы юные и симпатичные девушки. Мои клиенты – мужчины слов, дел и принципов. Они интересные, роскошные, богатые, некоторые из них знаменитые. Конечно, их имен вы не узнаете. Это мужчины, за свидание с которыми женщины со всего света отдадут многое. Это мужчины, с которыми вы в своей обычной жизни никогда не познакомитесь. Я даю вам доступ к ним и возможность заработать сотни и тысячи долларов. Нужно быть сумасшедшей, чтобы отказаться. Я готова. В общем, я готова попробовать. Только если вы обещаете молчать. Что будет, если Алекс обо всем узнает? Он тебя отшлепает и ничего не заплатит. Позвольте, девушки, кое-что вам показать. Это не кино, это съемки того, что происходит за закрытыми дверьми моего клуба. Что случается здесь, то здесь и остается. Если, конечно, вы не захотите выйти замуж. Как? Недавно одна наша девушка устроила свою жизнь. Жизнь в роскоши и удовольствии. Я смогла встретиться с вами, потому что здесь никого нет, потому что жених посадил моих девочек на самолет и отправил на мальчишник в Париж. Можете себе представить? В Париж? Здорово. И он готов сделать себе обрезание. Вау! От имени своих подруг говорю, мы согласны. Я купила себе роскошные наряды. Поскорее бы в них переодеться. Как я позволила себя в это втянуть? Не трусь, Аманда, пойдем.